друзья, вот мы приехали на фестиваль Корея Фест, посмотреть, что в этом году будет нового, интересного, посмотреть на людей, посмотреть на их машины, послушать, что они расскажут о них, ну и вообще, как все это мероприятие в целом. Что о фестивале скажут? Фестиваль, я первый раз здесь, мне все нравится, то есть движение есть, люди заинтересованы, всем весело, то есть здесь с клубом опять же. Фестиваль крутой, четвертый раз посещать, четвертый год, соответственно, новое место, новые эмоции. В чем плюс по сравнению с остальными, больше внимания детям уделено. Детская зона шикарно, бассейны, мыльные пузыри, какие-то увлекательные там мероприятия я видел, проходил были. Так что развиваются, молодцы, дай бог им здоровья. И еще хочу сказать, что я третий раз на фестивале Корея Фест, самого первого фестиваля 2017-2016 года. Вот. И хочу обратить ваше внимание, что данный фестиваль самый крутой и самый лучший. Браво! Какой у вас автомобиль? У меня Kia Optima GT Line. Какой замечательный, красивый автомобиль у вас. Самый лучший автомобиль. Можете рассказать Замечу, что автомобиль 16-го года выпуска, ограниченная комплектация, а именно вот с этими бикселенными фарами, которые шли только с начала продаж до начала 17-го года. Вот. Автомобиль шикарный, владею им 3 года, и за 3 года не было проблем. А с запчастями были проблемы? Нет, никогда. Я скажу больше, что это, наверное, первый автомобиль, с которым не было проблем в принципе вообще никаких. Предыдущий у меня была Цира, 5 лет ей было, тоже ни разу. Колодки диски регулярно, конечно. Не было проблем. Не было? Здорово. Да. То есть полностью доволен. А что? Корейская надежность. Сирата Куб? Да. Замечательный автомобиль, я хотел себе такой. Да. Что вы можете сказать о своем автомобиле? Ну, смотрите, я его купил год назад. За это время, вот по опыту предыдущих автомобилей, владения другими автомобилями, у меня не ломалось, вот, чтобы я не мог ездить ничего. То есть, по сути, это просто, ну, какой-то там... замена колодок, дисков тормозных, ну, то есть расходники. Сейчас вот хочу заехать подвеску проверить. Ну, это, опять же, мои подозрения. А про задиру что-нибудь слышали? Слышал, но это, насколько я знаю, на Sportage было, на Ceratoх. Ну, это общая проблема этих моторов, независимо от модели. И слышал я, когда купил первое время на Ютубе, очень долго сидел, выяснял информацию, потому что, ну, машина у меня никогда так не шумела, как вот этот. Но, как бы... начитался комментариев, меня успокоили. Да, то есть, ну, шумит и шумит, когда прогреется, не шумит. У меня просто еще прямоток стоит, он как бы сам по себе шумит. Но я говорю, как бы никаких проблем, потому что, наверное, масло меняет. И дам вам за интервью купончик, как и обещал. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Мы посетили фестиваль Корея Фест 2019 года в качестве спонсоров данного мероприятия. Здесь было очень много интересных конкурсов, программ. И здесь вообще очень много интересных машин корейских. Рекомендую вам сюда приезжать с семьей, с друзьями, проводить здесь время. И с нами в том числе.